Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как легко и быстро сделать вот такие вот маленькие цветочки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы я буду использовать ленту шириной 2,5 сантиметра, и мне понадобятся отрезки из нее 2,5 на 9. Отрезочек ленты сгибаем пополам и вырезаем под углом, немного закругляя. И лепесток с двух сторон обжигаем. Для цветочка мне понадобится для верхнего ряда 3 лепестка. Для среднего 5 лепестков и для нижнего ряда 7 лепестков. Всего 15 лепестков. Собираем цветочек. Лепестки сшиваем по краю. Первый ряд 3 лепестка небольшими стежками. Второй лепесток и третий. И закрепляем лепестки вместе. Первый и последний. Затягиваем и делаем узелок. Таким же образом собираем остальные лепестки, остальные два ряда. Я собрала все лепестки. Напоминаю, тут 3 лепестка, 5 лепестков и 7 лепестков. Теперь соберем цветочек. Наносим клей и приклеиваем наверх. Осталось приклеить серединочку. Расправляем лепесточки. И цветочек готов. Такие цветочки можно украсить резиночки, ободочек, на руку. Можно украсить повязку, на салфетке.
Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. До новых встреч. Пока-пока.